ебут, что ли? Оп-оп-оп. Ну, салам алейкум, на хозяюшка. Чё у тебя там похаутись? Играем сегодня в Dragon Age 1.05, туда-сюда вот это играть, да, и, конечно же, блядь. Сейчас он сделает небольшой салам алейкум, наверное, блядь. Бля, на туре вот на сиськи похоже, бля. Я прям смотрю сиськи ко мне. Бля, главное, чтобы реклама сиськами не вылезла. Я смотри, опять салам алейкум сделал. Да, у него решение экрана маленькое. Вот само эти игры. Все. Все, дракошка полетел, короче. Вот эклипс. Бля, пиздец, ну давай подсекнуть. Если тебе если были бы снитерсы, я бы отвечал, я бы снитерсы хаваю. Мы не умные, но что-то в этой жизни да понимаем. Давай она сейчас нам задонатит, на холодос нам задонатит кто-нибудь, да? Что, давай. Чё, Dragon Age начало пробуждения? Давай начало на туре. Смотри, сейчас будет это, показываться, как там всё начиналось. На, выкинь, по-братски. Да вон вот, в мусорку. Я жвачки люблю конкретно. Так. Небеса. Но вышло так, что сами их уничтожили. Они были изгнаны, поражены тьмой, прокляты, всему виной их порочность. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Ну как, переводчики давай. Давай. Так, короче, пока что все заебись. Они вернулись и прокатились мором по земле. Они и вернулись дымом, и бежался. Они вернулись и, короче, пиздец. Понял, вот эти орки. Первыми орки. Пали королевство гномов. Первые сдохли гномы. Троп, порождение тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. А я играл в предпоследний, он тоже заебись. Я нихуя не прошел, потому что заебался. Короче, гномы пали. Сраку. Чпокнули, короче. И тогда пришли серые стражи. Мужчины серые и женщины всех рас. Мужчины, воины волки. И маги. Варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы не, они, короче, начали, они, короче, начали ебать. Короче. И победили. Я, знаешь, я могу сказать, я раньше играл вот игру, как я раз. Кратко оказался, ебать, я прям охуевал. Я прям играл, думаю, ебать, графика, пиздец. Я тебе отвечаю, какого хуй, я говорю, бля, вот это графон, бля, кровь, понял. Это случилось 400 лет назад, но мы не теряли бдительность. Я отвечаю, вот этот видос смотрел, думаю, бля... Мы ждали нового прихода порождений тьмы. Но те, кто называл нас героями, они все забыли. А вот это пидор, короче, окажется. Ладно, хуй с ним, не буду смотреть. Нас осталось мало. Никто не обращал внимания на наши предупреждения. Нет, я раз, бля, играл, первый раз играл. Я думал, бля, нихуя, как понял, да, бля. Это Голливуд, нахуй, отдыхать, думал, ебать, графон, бля. Быть может, сейчас уже слишком поздно. Я собственными глазами видел, что ждет нас. Я сейчас, вот я играл там, ну, во многие игры, да. Вообще, ну, помоги нам, Создатель. Ну, на то время я думал, пиздец, как реально жизнь, так, чё, блядь, ну, блядь, не обессудь, я телочку выберу. Блядь, ебать, она страшная.
Я того вот ебал. Эльфийка, гном. Гном. Толстый гном у нас будет, блядь. Чё, с мечом или маг? Да похуй, пусть ебашится. Так, там чё, воин. Гном простолюдин, нихуя себе будет. Знатный гном будет, нахуй. Привет. Поломали лейку. Ну вот, можешь свести по меня, как тебе нравится. Так, кожа. Не, я хочу этот вид кожи. Как будто она вылезла, понял, из пещеры какой-то, из этого дымохода, блядь. Не-не, помоложе все равно. Надо что-то соска. Оттенок кожи, негритянку 100%. Цвет, блядь, румянец, хуй знает. Эти что-то поменялись, блядь, черные. Или будет насыщенность румянца. Конкретный, блядь. Цвет губ. Опа. Короче, созовем такой, по-моему, мефедронщицу, нахуй. Кого, блядь? Мефедронщицу, блядь. Оттенок век. Ну, хуй с ним, вот. О, вот бомба, нахуй, секс. Вы знаете, что меняется, вот так, пожалуйста. Татуировка. А, оттенка век. Сейчас татуировку заебашим ей. Вот такую, нахуй. Бед татуировки. Чё-то теперь страшно вообще заиграть с тобой. О, вот такое. О, дурак такой другой, да? Боевую, блядь. Ты вообще пес. О. Нихуя, она у нас знатный гном, блядь. Че, далее, нахуй. Так. И мальчики, пиздец, въебем силу. Не, нихуя. Телосложение. Че, меняется хуево? Не, расходы не очки. Видишь, вверху написано. Да, да. Силу, короче, ебем. И телосложение, чтобы сиськи большие были. Я, конечно, так, с такой бы не ебался. Вая, бля, помню. Вот это все выбирал, понял. И че ты это по тем меркам взял? Лет 10, да я уж не помню, что я говорил. Воин, бля. Хуёвно. Только два выбора. Могу прочитать и узнать, что они... Уровень сложности поставим легко. Очкую пока. На среднем. Мог просто первый раз ещё пока. Я скачал эту игру. Да ладно, не очкую, просто ну, не особо, как бы, понял, когда все это хочется мне заморачиваться. Как раз именно вот эта игра и пойдёт. Глубоко под землей в недрах морозных гор находится Арзамар. Крупнейший из двух сохранившихся гномьих городов. Гномий город сохранился. Некогда Арзамар был сердцем Великой Империи. С другими городами гномов его соединяли глубинные дроги. Это туннели, сердце гномьего дома. Но эти времена остались в прошлом. Нашествие порождений тьмы отрезало город от старинных земель гномов. Укрывшись за неприступными стенами Арзамара, дома гномии знати продолжают свою извечную борьбу. Короче, все пока за власть. Шантаж, убийство, все это здесь в ходу. Блять, отвечаю, я вот раньше первый раз когда играл, думал, ебать, что за графон. Вы второй ребенок короля Эндрина из дома Эдука. Эндрин, блять, даже больше правитель из Эдуканов, избранный советом. Больше игра в мире, это только GTA. Вы выросли в мире политических интриг. И с малых лет привыкли бороться с братьями за славу и положение. Игруха, сегодня вы празднуете назначение на первую воинскую должность. Это важный шаг на пути к власти в коварном лабиринте гномьей политики. Бомба. Приветствую, миледи. Вы готовы к выходу? Превосходно. Хоть происходит, вы на праздник со щитом пойдете? Выбирать. Чтобы не приняли за совершенную красоту? Но нельзя же принимать эту парадную шумиху настолько всерьез. Возвращаясь к делу, король ждет, что вы появитесь на празднике, но с этим можно не спешить. Главы знатных домов еще долго будут донимать вашего родителя просьбами и жалобами. Это можно и пропустить. Кому как? Слушать, как сотня лордов ноет, что не может превзойти соседей в подлости. Да я б через минуту сбежал. Впрочем, есть развлечения. В честь праздника членам купеческой гильдии продали несколько разрешений на торговлю в квартале знати.
А еще лорд Харумонт объявил испытание для молодых воинов, чтобы они проверили силы перед завтрашним боем. Говорят, он надеется, что вам вскружит голову какой-нибудь знатный юнец, который победит на испытании. Выиграете испытание в свою честь? Вот это будет номер. Ну так мы идем? С вами, миледи, куда угодно. Пока не начался праздник, нам можно все. Не, отвечаю, я раньше думал, бля... Да-да-да, она такая вот залупа, короче. Нет, тут самому можно ходить, понял? Я просто сам давно играл. Да я... Заебет сейчас это все. Политика там туда-сюда. Но у тех... Да я понял, бля. Добрый день, леди Дукан. Ты, салам алейкум, чертила. Я бы выебал тебя, бля. Я же за девушку играю, да? Нихуя себе у нее там причин дали, на, бля. На башке видал? Глаза только видны. Счастлив служить дому и духу. Прошу прощения. Ебут, что ли? Оп-оп-оп. Ну, салам алейкум, на хозяюшка. Че у тебя там похаутись? Бля, прям понял, ностальгия такая, понял? Конкретные, прям давным-давно играл, прям не на лет 11 было. Бля, не знаю, куда идти надо тут. А куда идти-то надо? Бля, я же не помню, что куда. Эй, не хочешь ничего тут. Жуйте, дети, жвачки. Зубы чистые будут. Опять. Ваш отец разрешил купцам на время праздника расположиться в квартале Звонки. Уверен, мы сможем найти обоснование. Я нихуя не понимаю, куда мне идти. Твои товары? Совершенно верно, сэр. Вот, пожалуйста, взгляните. Я видал, как сам принц... От расвала, сестрица. А. Вот уж не ожидал встретить тебя здесь, среди черни. Особенно, когда долг обязывает тебя быть с отцом на празднике. Неужели ты настолько не уважаешь отца, что даже в день, целиком посвященный тебе, не можешь побыть с ним рядом? Лорд Хараумон сказал, что мы не будем ему нужны еще пару часов. С сопляками из низших домов и каст я буду обращаться так, как они заслуживают. Девочка, да? А теперь делай, что я сказал. Да, ваше высочество. Может, ты и прав был, Белен, когда сказал, что наша сестра способна на большее, чем детишек наплодить. Я подойду позже. Выпьем за твое назначение. За мной, Белен. Бля, они что-то затаили, отвечаю прям. Вот это да. Будущему королю такое негоже. Вот так-то. Ну что, идем развлекаться дальше? А хули развлекаться-то делать никто не. Как насчет этого? Сейчас бочку встроим. Подойдет. Она какая-то залупа. Не стоящая залупа. Миледи направляется на арену испытаний. Нам было приказано проводить вас на испытания. Совсем забыл. Простите, я должен был сказать вам раньше. Ваш отец решил, что вам не следует ходить по городу без охраны. Мы отправляемся. Блять, ёбаный, да? Мы в вашем распоряжении. Ча, мясо будет.
Ёб твою мать, я умею это все. Ты что, она такая нормальная? Это что, для тебя, что, что броню туда? Она ей вот так больше идет, смотрите, у нее лехи нахуй. Правильно. Ты ранее жопа нахуй. И то тебя кто-то убьет быстро. Ну такая негритянка и жопа такая, не смотри, блядь. Бля, сисяндра, сисяндра, смотри какие сисяндры. Бля, он на стриме себя охрененно. Ох ты. Да. Не, видал какие-нибудь сисяндры, а можно приблизить? Бля. Максимал. Против на максимал. О, ну так это вот пиво. Ты нифига не хотелось. Чего? Ваше Высочество, вы оказали нам честь своим присутствием. Вы пришли посмотреть, как эти отважные бойцы будут сражаться в вашу честь. Ваше Высочество, испытания проводятся в вашу честь. Вот и окажи ей честь, и делай, что сказано. Миледи Дукан хочет сражаться, значит будет. Да, конечно, это ваше право, миледи. Мужи дамы Эрзамара, мы с некоторым опозданием начинаем нынешние испытания, проходящие в канун битвы во славу дома Эдукан. Позвольте представить вам ее высочество леди Эдукан собственной персоной. Вы готовы к первому бою? Конечно. Когда начнем? Эти славные испытания перед ликом совершенных Арзамара проводятся в честь дома и дука. Вам алейкум, бля. Вам алейкум. Леди Дукан сразится с Солером Беметом, младшим сыном лорда Бемета. Считаю за честь драться с вами. Вам алейкум, чертяга, бля. Победи себя, чухан, бля. Тот, кто первым будет сбить с ног, проигрывает. В бой. В натуре жидкие какие-то, блядь. Так, чё, пауза, давай, нахуй. Как мне его ебать? Давай, давай. Святые предки. Давай, да он въебёт сейчас, нахуй. Давай. На, нахуй, бля, в натуре ебанутая, блядь. Давай, ебашу. На, нахуй. Я это сделаю. На. Ебанутый в метре стоит от него промах. На. Победила леди Эдука. Хули там побеждать-то, блядь. Она еще два раза промахнулась или один, блядь, ебаный. Че я сделать-то, блядь? Вот это была драка. Алер Бемат со своим молотом крепкий орешек. Блядь, детские сопли. Вы готовы сразиться со следующим противником? Да погнали, я разорву. Превосходно. Разорву их на части, блядь. Эти славные испытания я сейчас всех перед ликом совершенных Арзамара проводятся в честь дома Эдука. Алейкум. Леди Дукан сразится с Адал Хельми, старшей дочерью Леди Хельми. Вы пример для меня и для всех женщин, что бросили прямо и взялись за меч. Может, я тебя приду? Да похуй, блядь. Первый, кто будет сбить с ног, проиграет. Они же там вот пёздами вот так вот дружат, если мужикам. Так, короче. Короче, где это? Она с этим, она с луком. Да, она еб... Ты еба... Это она дерется? Не, лучше, чем... Это нечестный бой. Это нечестный бой. Смотри, они по два ебашки, а я по 18. Это нечестный бой. Я отказываюсь, я не признаю победу. Дайте мне ебаный в рот какого-нибудь мощного. Вот это успех. Дай мне не мощного какого-нибудь, чтобы я его порвал конкретно, бля, и он меня. Сражались такие доблестные воительницы. Ваш следующий противник, сэр Блэкстоун. Вы готовы сразиться с ним? Да я ему сейчас очко пору. Начнем. Пору очко. Эти славные испытания перед ликом совершенных Арзамара проводятся в
честь дома и Дукан. Салам алейкум. Эдди Дукан сразится с Сэром Блэкстоуном из касты воинов, командиром отряда глубинных троп. Считайте это тренировкой, миляди. Учитесь на собственных ранах. Бля, вот этот пидор меня сейчас конкретно задел. Бля, я бы знаешь, что я не боюсь каких-то стариков, что-то. Может это? Не, давай просто пишем, ну удачи тебе. Не, бля. В бой! Упарущий! Доставайся и чип, бля. Натуре у него вот эта голова. Иди нахуй. Иди нахуй иди отсюда, бля. На, на! Нихуя он мне за 11 заебашил. Ой, нахуй, на. Маневрируем, маневрируем, блядь. Маневрируем. Победила леди. Дружба, блядь. Давай, дай мне нормального. Нормального дай мне. Превосходно. Вы доказали, что... Да вот это вообще слабо, нечестно. И могут нечестный. Сравниться с леди из дома и Дукан. Ваш последний противник, Френдлин Айвол. Последний противник. Сегодня он тоже победил немало бойцов. Блин, ну... Вы готовы с ним сразиться? Или хотите сначала отдохнуть? Я готов был. О, да, конечно. Эти славные испытания перед ликом совершенных Арзамара проводятся в честь дома и Дука. Салам алейкум, блядь! Заебалось он каждый раз. Остались только два бойца. Их каменная плоть. Два бойца осталось, походу это жесткий сейчас. Закружили сегодня жесткий будет. Всех соперников. Леди Дукан сразится с Френдлином Айво, вторым сыном лорда Айво. Черный! Черный, блядь. Вы хорошо деретесь. Желаю вам славы сегодня и завтра. Вот этот чувак нормальный. У него кликуха камень, короче. Первый, кто будет сбить с ног, проиграет. Тот, кто устоит на ногах, победит. Да ну нахуй, отмога. Кто мы не знаем, блядь. Давай. Где ты, чухан? Ты видал у него, блядь, тесак нахуй? Не, видал? Он с тесаком, блядь. Эй, нечестно делаешь, да? Нечестно. Она в метре не может попасть в него. В метре, блядь, промах. Это нечестно. Подстроено, отвечаю. Все пизду или. Леди и Дукан! Поздравляю! Френдлин Айво, противник, которому я не знаю равных. Вы одолели всех бойцов, вышедших на испытание. Парадный шлем, который ваш отец предоставил в качестве приза, теперь ваш. И еще понимаю, как пожалуйста, эти ваше жидкие, высочество. Бля, какие-то жидкие, бля. Я сейчас шлем одену, смотрю на. Все охуеют сейчас. И шлем. Шлем какой-то не железо. Где, блядь, шлем? И чё нахуй поменялось, блядь? Не, шлем в натуре хуйня. Хуйню дал батя. Я не сомневался. Чё ты какой-то? Ну, давай, я пошёл отсюда, нахуй. Миледи. Ваше желание, закон. Простите, когда вы вошли, я приняла вас за принца Белина. Ебать у нее сиськи. Молю о прощении. С вашего соизволения, миледи, я уйду. Да. Благодарю вас. Я ухожу. Иди нахуй. Моя хата. Я не понимаю, куда мне идти. Карта, куда мне надо идти? Куда? Воу.
туда японец там выйти. Если не говорю, бля. Сложно туда его опять, блин. Блин, не сюда, блин. Я понял, резко забыл. Я забыл опять не. Что-то с памятью. Надо вниз, короче. Это мужчинка, бля, вот это доспехи у него, бля. Не, у того чувака, бля, ты видал? И опять забыл его. И мужчина, бля. Сейчас я им салам алейкум-то устрою, нахуй. Давай, миледи Дукан. Серые стражи. Тысяча благодарностей, миледи, что уделили мне внимание. Я хотел бы поговорить с вами о весьма важном деле. На следующей неделе в Совете предстоит голосование. Замолвив за нас лишь словечко, вы бы весьма продвинули наше дело. Походу лизать хочет, отвечаю. Это... Ха. Гляжу, вы недомолвок не переносите. На совете вам было бы неуютно. Мы ведь так привыкли ходить вокруг да около. Я не желаю вас ни принуждать, ни обязывать. Предлагаю взаимно выгодное соглашение. Голосование должно определить статус так называемых наземников. Потерянных для камня, накрытых небом, называйте как хотите. Столетия назад ограниченные политики... Умоляю вас. Заебал, бля. Я ведь до меня доходят самые раз. Заебал пиздить мне. Вот дуреха. Ты ж не охуел, бля. Эй, сиськи свои покажи, да, бля. Не охуел. Я тебя же выебу прямо здесь, нахуй. Эй, леди, как вы, Хэри? Хельмени, бля. Леди Хельмени, бля. Иди, бля. Хельмени, леди Хельмени. Короче, понял, сиськи хочешь показывать? Поза видали? Прошу вас, ваше высочество, подумайте хорошенько. Одни торговые договоры могут быть. Ебать, они пиздеть. Я слышал, я представлю тебя главам. Конкретно, давай, блядь. Давным-давно многие... Ну что? Мы... А теперь ешьте... А там ты, этот серый мой новый волк, блядь. Здесь его нет, так что он либо... Так, игра сохранена. Всем салам алейкум, давайте. Ну, выхожу я, конечно, блядь. Туда-сюда по делам надо, поняли, блядь, вот это вот. Все, всем салам алейкум, блядь. Зрители, как обычно, нихуя, блядь. Прошу прощения за мой туда-сюда. Счастья вам. Успехов в жизни и вообще побольше пить. Like a Hellcat.